Нашедший грибос должен ощутить, так сказать, почувствовать тактильные ощущения, чтобы находки были лучше. А чё это он так сбоку растет? Тяни! Почки. Тяни! Ой. Подымай! Потому что он в кочке, поэтому сбоку. Вот это солдатище. Давай. Оловянный. Оловянный. Это молоточек. Так, тык-тык. Так, у нас еще, по-моему, есть одна чудо-кочечка. Что она нам готовит? Готовит еще одну мини-кувалдочку. Это кто такой? Еще не замерз. Два крокозяблика.